Привет! Сегодня я хочу показать альбом, который я сделала на заказ. Это подарок молодому человеку по случаю окончания срока его военной службы. Альбом имеет размер 30 на 21 сантиметр. Обложка твердая, обтянута тканью. Это вельвет с камуфляжным рисунком. Надпись на обложке составлена из картонных букв. Пряжка не только декоративная, но и функциональная. Она закрывает альбом. Толщина небольшая, всего 6 страниц. Я сделала небольшой мастер-класс по такому переплету, и его можно увидеть, если перейти по ссылке под этим видео. Мы расстегиваем пряжку и можем открыть альбом. Я не буду показывать вам фотографии, покажу только, что страницы имеют твердую основу картонную, различные цвета использованы в оформлении, но поддерживается строгая мужская тема. Украшения в основном металлические. Больше фотографий альбома вы можете увидеть также в моем блоге. Спасибо за внимание. До новых встреч!